И волшебного утра, друзья! Те люди, которые являются такими светлячками и дарят солнце, радость, счастье этому миру. Я благодарю всех, кто приходит сам регулярно и кто, самое главное, приглашает сюда новичков. И я хочу спросить, друзья, есть у нас те, кто сегодня впервые? Может быть, кто-то со своими членами семьи? Может быть, кто-то впервые пригласил своих новичков-партнеров или знакомых друзей. Есть здесь те, кто первый раз? Так, пока не вижу. И, ребята, почему мы сделали в воскресенье тоже днем радости? Да потому что каждый день человеку важно улыбаться. Не в какие-то дни. Вот для смеха и радости не должно быть выходных, да? Может быть, выходные от работы, могут быть выходные от занятий, а для радости, для счастья выходных не будет. И мы, наоборот, посчитали, что суббота, воскресенье – это те дни, когда даже работающие люди, они могут присоединиться. Когда ваши дети, которые вот не идут в этот день в детский сад, в школу, они могут присоединиться. Потому что йога смех, она абсолютно для всех. Йога смех, она не знает возрастных ограничений. И с нами прекрасно занимаются и дети, и вы можете своих внучков сюда присоединить. Вы можете присоединить всех, кто в это время идут на работу. А вот сегодня у всех выходной, и пусть сердца наполняются радостью. Потому что йога смеха – это про радость. Йога смеха – это про здоровье. Йога смеха – это про эмоциональный интеллект. Йога смеха – про мир во всем мире. И, друзья, скажу вам так, что весело вам не весело, но, оказывается, счастье можно прокачать. Так же, как мышцы в спортзале. Как вам эта новость? Оказывается, наш мозг не различает, искусственный смех или настоящий. В любом случае выделяются гормоны радости. А скажите, пожалуйста, нам это важно в наше турбулентное, такое вот особо волнительное время? Конечно же, для нас это для всех очень важно, потому что только крепкие орешки, только сильные духом, те, кто не падают духом, да, те, кто всегда находятся в ресурсном состоянии, в бодрости духа, души и тела, только эти люди могут быть в жизни продуктивными, могут приносить пользу и для своей семьи, и для своего общества, и хорошо работать, и хорошо зарабатывать деньги, да, поэтому это очень важно, вот находиться в таком состоянии. И сейчас тем более в наше время это актуально. И почему же йога смеха – это про здоровье? Друзья, это не просто просмеяться. Посмеяться здесь, смех, это является инструментом. Инструментом для достижения вот тех целей, которые я перечислила. И почему йога? Потому что йога – это про дыхание. И вот здесь инструмент смех – сочетается с правильным дыханием, пранаяма. И когда мы правильно дышим, у нас получается больше, более комплексный оздоровительный эффект для нашего здоровья. То есть мы прокачиваем лимфу, у нас усиливается кровообращение, у нас поступает кислород в мозг, да, это профилактика деменции, профилактика Альцгеймера, это укрепление памяти, это развитие нашего креативного состояния, нашего энтузиазма, творческих способностей, представляете? Да, к сердцу, значит, сердечко лучше работает. Друзья, когда мы тренируемся, вы увидите, как у вас работает пресс, у вас реально будет болеть пресс, как в спортзале, и вы посмотрите, что вы больше не будете набирать килограммы, наоборот, будете от них избавляться, если вы будете заниматься регулярно. Здорово, здорово. Эмоциональный интеллект. Сегодня это очень важно, это сегодня популярно, весь мир говорит об эмоциональном интеллекте. Да? Так вот, здесь мы как раз прокачиваем этот эмоциональный интеллект. Йога смеха способствует нашей молодости и красоте, потому что при обычной жизни, когда люди мало улыбаются, у них вот так вот выражение лица, и все сползает вниз, а мы прокачиваем совершенно другие мышцы, когда мы поднимаем наши щечки, да, обозначаем наши скулы, когда мы молодеем без всяких пластических операций. Классно, классно. И йога смеха, друзья, что самое важное в наше время, способствует миру во всем мире, потому что человек может делиться только тем, что у него внутри, только тем, чем он наполнен. И счастливые, радостные люди, они не могут желать
вызывать войны. Они не могут загрязнять реки, океаны, не могут устраивать там какие-то пожары в лесах и так далее. То есть они становятся добрыми, потому что они счастливые. И, дорогие друзья, вот так вот вкратце сказала, и мы сегодня будем смеяться именно по правилам, чтобы вы получили наибольший эффект. И мы будем использовать три инструмента йоги смеха. Один, я уже сказала, это смех в соединении с правильным дыханием. Второе – это откашливание, тоже в соединении с дыханием. И третье – это голосовые упражнения, тоже в соединении с дыханием. И ко всем этим трем упражнениям у нас существуют практически одни и те же правила, о которых мы поговорим. Ну а сейчас, друзья, давай поприветствуем на гавайском языке это прекрасное волшебное утро. И мы набираем низ животика воздух. Будем говорить «Алоха» и смеяться, хорошо? И вдох. И «Алоха». Внятно говори, что ты проходишь. Еще раз вдох. «Алоха». «Алоха». Грузинский, гамарджоба, давайте. И вдох, гамарджоба. Гамарджоба. Давайте, давайте скажем доброе утро по-русски, посмеемся. И доброе утро. Доброе утро. И классно, и всех добрым утром, всех национальностей. Йога смех, она не знает цветов кожи, она не знает религиозных различий, да, она обнимает весь мир, и сегодня 120 стран уже принимают участие в йоге смеха. И смотрите, друзья, первое главное правило, одно из очень главных, если мы говорим про дыхание, мы вдох делаем низом живота. Положите ручки на животик. И сейчас он у нас будет надуваться. Вдох. И мы забеременели счастьем и радостью. Да, включаем воображение. Задержали. А выдох у нас наоборот. Втягивается животик. Да, как у голодного волка. Вот это очень важно, потому что многие делают вдох. Вот забыли про это, да? Все, плечи зафиксировали. Не поднимаем грудь, плечи все зафиксировали. И вдох животика. Плечи на месте. Задержали. Выдох. Вдыхаем силу, энергию, да? На выдохе уходит все, что нам не нужно. И давайте сейчас встанем на носочки и сделаем вдох животиком. Улыбочка всегда у нас во время всех-всех инструментов, да? Улыбочку мы одеваем, это одно из тоже главных важных правил. Вот как очки, раз, рот до ушей, ход завязочки при шее. А сейчас вдохнем много-много счастья и любви, а выдохнем признательность и благодарность. Хорошо? И вдыхаем любовь, счастье. Задержали, задержали вдох. Немножко так побултыхали, чтобы разошлось по всем клеточкам. А выдыхаем, делимся любовью и признательностью. Ах, всем-всем благодарность. Хорошо. Еще раз вдох, наполнились счастьем, ароматами утра. Задержали, погладили животик по часовой стрелочке. Держим, держим, держим. И на выдохе сейчас будем делать лошадку. Вот если у вас получается лошадка, то значит у вас уже губки расслаблены, потому что многие вначале не могли делать, и мы много делаем упражнений, да, для того, чтобы у нас все это получалось, да. Еще раз попробовали, если у кого-то не получается, нажмите вот так на ямочки себе сделайте. И вдох. Получается, вот губки должны быть расслаблены, да. Немножечко сделаем такой массажик.
Хочется много дать, много успеть, поэтому немножко оттуда, немножко оттуда. Йога смех, она так много вообще в себя включает. Это и пальчиковая гимнастика, нейрогимнастика, да, если кто-то знает, на развитие правого и левого полушария, да, это и массажи, это обязательно включение в себя ребенка, да, будьте как дети, всегда радуйтесь. И в Священном Писании 350 раз есть слово «радость». Да, хорошо-хорошо массажик делом и мозг свой так, чтобы он был гибким, пластичным, да. Все не нужно, убираем, стряхиваем все печальки. Вот, а радость сюда заполняем. Давайте посыпем гормоном радости, да. Креативчика добавим, творчество добавим, вот все это так замешиваем, да, наш мозг тоже нуждается в таком массаже, да, вот, серотонина, эндорфина, вот, ой, печалька попала. Раздрашулька. И хорошо-хорошо ушки поразминаем и поиграем, как на гармошке. Здесь все точечки, вы знаете, да, связаны с органом. На прищепочке себя вот так-так повесим. И вниз замочки потянем. И волосы так тоже хорошо-хорошо. Вот, чтобы росли густые, шелковые, да. Молодцы. Немножечко сделаем физразминку, потому что в будние дни у нас есть в 6 часов метафизическая зарядка. Да, в воскресенье они отдыхают, но йога смеха, как я уже сказала, без выходных. И давайте немножечко свободное движение в разные стороны. Темп выбирайте сами. Разминаем хорошо. Хорошо шейку разминаем. Ковш делаем. Вот так загребаем. Загребаем. И боковые по кругу пошли. Хорошо, молодцы. Руки на пояс, грудная клетка, пошли по точкам. И давайте в любом случае мы улыбку не снимаем, и мы смеемся. И вообще, получается, не получается, смейтесь. Если не получается, еще громче. И пошли по точкам. У нас таз на месте, у нас только грудная клетка. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И поехали. Соединяем, соединяем, соединяем. Вот такой круг. Только грудная клетка. Таз у нас стоит на месте. Вот, только грудная клетка. И в другую сторону. Да. Хорошо. Присели, раз, округлили спинку, два, раз, два, раз, два, раз, два. А теперь делаем раз, два и раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Хорошо, молодцы. И раз, два, и ножки просто выгибаем. Раз, два, три, раз. Два. Раз, два, три. Еще раз, два. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два, три. Хорошо. А теперь у нас только таз работает. Теперь плечи мы зафиксировали. Да, то у нас была грудная клетка, работала таз на месте. А сейчас у нас плечи на месте, у нас только таз работает. Да, по кругу, по кругу, по кругу. В другую сторону. И теперь мы включаем потихоньку все, все тело. Сейчас у нас и голова, и плечи, и таз. И мы потихоньку вот так все, все раскрутили. Мы уже подготовили шею, подготовили, ну, все позвонки наши, да. Вот так. И в другую сторону улыбочки обязательно. Молодцы, молодцы. И волна. Закручиваемся и подныриваем. И волна раз, и еще, и еще, и поднырнули, и обратно, теперь наоборот, обратно, с прогнутой спинкой, раз, опускаемся, опускаемся, опа,
Сбросили с круглой спинкой, поднимаемся. Опять прогнутая, прогнутая, прогнутая. Сбросили и с круглой спинкой. Еще раз, два, три. Раз, два, три. Ну, хорошо размялись. И наши прыжки. Мы прыгаем и широко-широко ладошками бьем. Это международная считалочка, 120 стран ее повторяют. Мы присоединяемся, да? И у нас на ладошках, вы знаете, есть все точечки. Поэтому не жалеем, прыгаем и говорим нашу считалочку. Хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха, хо-хо, ха-ха-ха. Да, хорошо, хорошо, да. Лучший день, лучший день. Да, миру мир, миру мир. Да, обняли этот мир. И давайте посмеемся, направим этому миру много-много счастья, много-много любви, добра. Все ведь знают, что мысль материальна, да, метафизика 95%, да. Хорошо, друзья. И сейчас мы вспомним о правилах смеха. Значит, первым мы уже сказали, мы вдох делаем животом, да. Мы уже сказали, что у нас всегда одета улыбка, да. И далее, когда мы смеемся, мы широко открываем рот. Вот давайте я сейчас скажу, кто молодец, а вы скажете «я». И громко-громко, широко открыв рот. Кто молодец, скажите «я». Получается? Так, кто умница и красавица, королева, там мужчины говорят король, и говорим я. Давайте, кто умница и красавица, королева и короли, и мы говорим я и смеемся. Я! Рот не закрываем, хорошо, прям вот держим его, чтобы он не закрывался. Победитель, кто легендарный герой? Я! Одно из, да, из правил, то широко-широко открываем рот и громко. А почему мы широко открываем рот и громко это все делаем? Ради одного правила вспоминаем йога, да, пранаяма, дыхание. То есть при йоге смеха мы в 4 раза больше берем объема кислорода, чем при обычном смехе, чем при обычной смехозарядке, или когда вот мы в кругу смеемся над анекдотом, да? То есть 4 литра, поэтому это пусковидная реабилитация, поэтому у кого часто простудное заболевание, может, у кого-то туберкулез был, вот это очень важно, у кого залежи, да, всевозможные в организме, от которых нужно избавиться, от кашлять, мокрота, вот это все будет выходить. И поэтому мы смеемся, одно из главных правил – это долго-долго-долго на выдохе. Да? Именно поэтому рот широко открываем, именно поэтому напор делаем громко-громко, как в микрофоне, да, чтобы слышал весь мир, вся земля. Да. И когда нет голоса, мы смеемся беззвучно, потому что голоса нет, а воздух еще у нас здесь остался. И мы выдыхаем, выдыхаем, и у нас вот прям пупочек прилипает к позвонку. К позвоночнику, да, вот голодный волк, да. Хорошо. И приготовили. Сейчас берем смеха мешочки и смеемся вот по этим правилам. Хорошо? И чтоб слышала вся земля. Вдох. И вот видите, когда мы такой длинный-длинный выдох сделали без придыхания, без прерывания, вот тогда мы уже прям начинаем задыхаться, мы, о, как из воды, да, вот тогда голодный такой, жадный такой, с аппетитом берем воздух, и вот тут наши легкие раскрываются, как 2 парашюта, и мы каждый раз их прокачиваем, они нас каждый раз большего и большего объема воздуха берут. Понятно? И вот это мы все используем. Ну и, конечно, знаете, искусственный смех, он потом переходит в настоящий, потому что идет какая-то цепная реакция, как у человека зевнуло, и другие заразились. И от смеха то же самое. И давайте мы сейчас с вами будем пить классный-классный коктейль. Вот у меня есть такая мороженица. И мы сюда насыпаем радости, да?
счастья, смеха побольше добавляем, надежды добавляем, любви побольше, да. Самооценка у нас растет. Чем еще посыпем? Чем еще посыпем? Любовь, радость, изобилие, процветание. Вот всего-всего посыпали. И вот это все хорошо размешиваем. И сейчас будем пить с радостью, с любовью, смеяться. Вдох. И... И смеемся по правилам, громко, да, как я сказала, длинный, длинный выдох. И еще раз размешали вдох и... Еще что-то добавили, если кому-то не хватило каких-то ингредиентов, да, мы такие волшебники, мы сами готовим себе коктейль радости. Вдох. О, хорошо, хорошо. И с друг другом поделимся и прыгаемся. Я на вас, Нина, Цой, открывайте окошко, а то на вас не попадут. Брызги радости, брызги счастья. Не какого-то там дурацкого вредного шампанского, а вот счастья, радости, здоровья. А вы на меня тоже брызгайте. О, как хорошо, вот такой молодильный коктейль, да. И растираем, растираем, хорошо, хорошо, делаем массажик. Вот, метафизика 95%, да, все материально, все, что мы говорим, все, что мы делаем, потому что наш мозг на 80% состоит из воды, наша кровь на 90 с лишним процентов состоит из воды, поэтому мы провозглашаем, наше тело молодое, наше тело красивое, да, наше тело гибкое, наше тело пластичное, да. Кто нравится, скажи я! Я! Наше тело пластичное. Да. У меня шелковые густые волосы. У меня самая красивая улыбка, да. Красивая улыбка. Тело, да. У меня хорошо работают все органы, у меня отлично работает сердце. И кладите ручку на тот орган, который, может быть, вам надо исцелить, может, у кого-то плечики. И говорите: здоровье тебе, направляйтесь с любовью. Здоровье, да, я оздоравливаюсь, я исцеляюсь. Я оздоравливаюсь, я исцеляюсь. У меня работает отлично желудок, кишечник, все органы. У меня хорошо работает кровообращение, да. Хорошо работает кровообращение. А сейчас мы будем открывать люк и делать финансовый поток, хорошо? Чтобы у каждого были деньги. У меня, кстати, вот таким образом недавно прям вот, знаете, такой сюрприз финансовый пришел. Вот 100%, знаете, йога смеха, она открывает все двери. И становимся на носочки, вдох. Вот, зацепились, зацепились повыше, тянемся, тянемся, вытягиваем свой позвоночек, на носочках стоим, держим равновесие. Еще выше, выше тянемся. Вот, чтобы у нас была осанка королей, королев. Да, тянемся, тянемся, тянемся. И будем открывать крышку люка и купаться в финансовом потоке. Представляете? И сколько добрых дел мы сможем сделать. И как мы сможем помочь и самим себе, и своим семьям, и окружающим, заниматься благотворительностью. Тянемся, тянемся, еще потянулись, потянулись, и дергаем. С благодарностью. Кто говорит, что деньги – это плохо? Нет, деньги – это классно. Классно. Кто считает, что плохо, нам, нам отдавать. И делимся с друг другом. Вот такой у нас, как, знаете, как листопад денежный, да? Листопад, 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 листопад.
Классно, и есть такая, знаете, у меня есть деньги. Мы сейчас это будем с вами повторять. Хорошо? И приготовились. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. А теперь я говорю, у тебя есть деньги, а ты говоришь, у меня есть деньги. Ну, про себя говорите каждый, да? И ударение ставим на разные слова. У тебя есть деньги. Говорите, У у меня меня есть деньги. есть деньги. У меня есть деньги. У меня У есть меня деньги. есть деньги. У меня есть деньги. У У меня тебя есть есть деньги. деньги. Смотрите, ударение ставим по очереди на каждые слова. И еще раз приготовились. У меня Меня есть деньги, а ты говоришь есть про себя, да. деньги. У тебя есть деньги. У меня есть деньги. У тебя Я у меня есть есть деньги. деньги. У Деньги. тебя есть Деньги. деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. У меня есть деньги. Те, кто у нас есть на канале Йога Техника, я вам скину это упражнение, которое проводилось, и кто-то знает, Максим Темченко из клуба миллионеров. Так как я член клуба миллионеров, вот Ирочка Кулинченко тоже, мы это все проходили, и есть такая вот запись, я вам обязательно скину, хорошо? И обязательно вот вы там тоже прокачаетесь. Хорошо, молодцы. Давайте немножечко с вами сейчас пальчиковой гимнастикой позанимаемся. Хочется много успеть. И делаем пальчик-зайчик. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Хлопок добавляем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Лисичка тремя пальчиками. А здесь зайчик, вот он, ушки. Раз, поменяли. Два. Раз, зайчик. Теперь тут зайчик, а тут лисичка, вот, тремя пальчиками, как солим. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопок добавляем. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. У кого не получается, дома тренируйтесь, хорошо? Носик, ушко. Раз, два. Раз, два. Носик, ручка, подушка. Под ручку. Хлопок добавляем. Два. Раз, два. И три, нашу, помните считалочку? Во дворе трава, на траве дрова. Повторяем. Во дворе трава, На траве дрова. траве. Все, разбиваем, развиваем. Это нейрогимнастика, очень полезно. И во дворе трава, на траве дрова. Во дворе трава, на траве дрова. И кто может быстро? Во дворе трава, на траве дрова, во дворе трава, на траве дрова, во дворе трава, на траве дрова. Траве дрова. Вынос мозга, да, тут сразу. Не, представляете? Ну, мы же хотим быть спикерами, да? Кто у нас лучший мотиватор? Кто у нас лучший презентатор? Кто у нас лучший тренер? Да, и поэтому у нас должна быть артикуляция речевая, хорошо подготовлена. И соединение с правым левым полушарием. Да, такое вообще никто не делал. Это я сама придумала. Соединение. Дома тренируйтесь, хорошо? Но Хорошо. сейчас мы с вами повторим еще соку-соку, бачи-бачи. Помните? Приготовились? Соку-соку, ладошки бачи-бачи. Соку, вира, вира. Одной соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира. Ребята, вот это вам домашнее задание выучить. Хорошо, мы будем под музыку делать в следующее воскресенье. Итак, два раза. Кулачки, соку, соку, ладошки, бачи, бачи. Опять кулачки, соку, соку, плечи, вира, вира. И теперь по разу то же самое. Кулачки, ладошки, кулачки, плечи, кулачки, ладошки, плечи. Будет это выглядеть вот так. Соку, соку, бачи, бачи, соку, соку, вира, вира, соку, бачи, соку, вира, соку, бачи, вира.
Вот такое домашнее задание. Хорошо, молодцы, друзья. Ну, а сейчас мы с вами будем нюхать цветочек. Да, все ароматы, вот все, все, всегда. И смеяться на выдохе, делиться любовью. Вдох. И делимся друг другу цветочек, даем понюхать. Прям берите ладошками со своими членами. Толкай, толкай. Я толкаю, давай, толкай, Марину. Толкай. Давайте, если у кого-то еще осталось, вот кто-то слиз, сплевывайте в раковину или салфетка у кого-то есть, приготовились тоже длинно-длинно, все с улыбкой делаем, правила одни и те же для трех инструментов. Вдох. Еще раз рогатку берем. И о чем мы хотим избавиться из себя? Друзья, а еще я вам скажу такой сюрприз для тех, кто не знает. У нас скоро начнутся 8 волшебных упражнений. Это развитие эмоционального интеллекта. Это возможность вообще прокачать себя прям, знаете, по колесу баланса. Очень круто. Кто не знает, обязательно пройдите. Хорошо? Вы увидите результаты. Результатом будут события волшебные, чудесные, которые будут происходить в вашей жизни. Здорово. Обратитесь к тем, кто вас пригласил. Хорошо? Сейчас мы с вами начнем пропевать звук А. И в конце будем смеяться. У нас А будет переходить в смех. Давайте на носочки встанем. Вдох. Поехали. Как все хочется успеть. О! И на О смеемся, прокачиваем. Вдох. Давайте длинно, длинно, у нас уже разогрето горлышко, у нас уже классно, классно все проработано. А, О, У, вдох.
Да, прокачиваю разные звуки, они гармонируют и исцеляют наши различные органы. Да, есть целая звукотерапия. Это тоже очень важно для тех, кто не знает. Да. Сейчас с эхом будем разговаривать. Вдох. Молодцы. И давайте и будем смеяться на и. А резонанс сделайте сами. Высокие, низкие, там можете хоть гамму петь, главное на эту букву. Вдох. Молодцы. И звук и, как бабка ёжка смеяться. Жизнеутверждающая на букву Я, да, и поем, и потом можем переходить на любую другую букву, да, и смеемся, прокачиваем и А, и О, и У, у нас уже все тут разработано, подготовлено, и пока не отключимся, работаем.